Таврической академии Крымского федерального университета выбрали самую красивую, талантливую и обворожительную студентку. За титул «Мисс Таврическая академия 2019» боролись 11 конкурсанток. Прежде чем попасть на главную сцену, девушки прошли два отборочных этапа, ежедневные репетиции и в итоге подготовили яркое и незабываемое шоу. Мы занимались по 6-5 часов в день. Это было сложно, конечно, но все ради результата. Поэтому, в принципе, радостно и легко. Я пришла на этот конкурс, чтобы попробовать себя в чем-то новом, чтобы попробовать занять, может, первое место. В программе конкурса три дефиле, где участницы представили стильные наряды, оригинальные купальники и прекрасные вечерние платья. Кроме того, каждая девушка показала свой талант и интеллект. Оценивала конкурсанток профессиональное жюри, в составе которого представители вуза и приглашенные гости. Ну, я думаю, самое главное – это как они выглядят на сцене, как они себя ведут в первую очередь. То есть их уверенность, их манера себя подать правильно – это очень важно. Я пожелала всем в первую очередь удачи, победить сильнейшие, но чтобы все остальные не расстраивались, потому что для них это все равно победа. Участвовать здесь – это в любом случае большой шанс и большая победа. По итогам конкурса второй вице-мисс стала студентка юридического факультета Татьяна Косенкова, которая также получила титул «Мисс соцсети». Первая вице-мисс – студентка факультета крымско-татарской и восточной филологии Лейла Ахмедова. А победительницей конкурса, обладательницей титула «Мисс Таврическая академия 2019» и заветной короны стала студентка факультета славянской филологии и журналистики Диана Фурсова. Девушка отметила, что конкурс не просто подарил ей много эмоций, но и принес пользу. Больше самоуверенности. Вот честно. И девочки поддерживают, и хореографы очень помогают. Дисциплинированность, вовремя приходить на репетиции, я не знаю, красиво ходить, улыбаться, подавать себя, в общем. Организаторы Центра творческих инициатив и культурно-массовых мероприятий Таврической академии отмечают, что конкурс прошел на высоком уровне. Сейчас, конечно, на позитиве. Результатом мы довольны, девочки довольны, зрители в зале были очень активны, поддерживали всех участников. Это приятно. Девочки очень долго готовились, очень упорно. И сегодня на этой сцене они продемонстрировали свои таланты, свою улыбку, свою красоту, очарование и обаяние. Конкурс проводится каждый год и является одним из самых ярких в вузе. Ольга Якименко, Виктория Клюкина, Николай Шульга, Михаил Погоми, пресс-служба Крымского федерального университета.